Приветствую вас на своем канале. Многие уже знают информацию о круизном клубе, тем более на моем канале ее предостаточно. То есть можно посмотреть и презентации, можно посмотреть какие-то мнения, отзывы. Тот же самый маркетинг, кого интересует бизнес онлайн. Также можно посмотреть ролики самих круизных путешествий. То есть много людей уже знают, получили информацию такую шикарную, то есть где можно с помощью круизного клуба сэкономить отличные деньги, путешествуя по всему миру. А если вы путешествуете со всей семьей, то можно сэкономить порядка несколько тысяч долларов, только побывавши в одном круизе, который был приобретен через круизный клуб. Как бы все эти выгоды вы уже знаете, но все равно встает такой вопрос, а когда же лучше вступить в круизный клуб? То есть с какого момента лучше становиться активным членом клуба, то есть делать накопления? Для того, чтобы было понятно, я вам сейчас попробую это продемонстрировать графическим способом. Так как я это понимаю, так как я это вижу, наверное, все-таки в цифрах и в графике это будет более понятно, что медлить, так сказать, нельзя. То есть получается, что один месяц промедления, то есть промедление в том плане, что на потом оставляется этот вопрос. Ну, я потом зарегистрируюсь, но я потом начну накапливать. И вот этот вот потом, оно в результате выливается в то, что летом вы поплыть уже точно не сможете. Потому что уже не захочется платить полную стоимость, а все-таки хочется иметь уже 50% скидку. И желательно вообще до лета, может быть, при возможности выйти на безоплатное членство. Зачем мне вообще платить, если можно путешествовать за счет клуба? Поэтому давайте графически я вам сейчас покажу, как получается, можно запланировать свой отпуск и с какого момента лучше. Значит, ну давайте сейчас помесячно распишем, сколько средств у нас получается накопленных в этом месяце, да, и сколько доступных средств для того, чтобы мы могли бронировать круизы. Мы также здесь увидим, через какой же промежуток времени мы сможем воспользоваться нашими накопленными круизными долларами и забронировать круиз именно с 50% скидкой от цены лайнера. Значит, мы каждый месяц накапливаем по 100 долларов, да? Значит, 100 живых долларов мы кладем, и у нас на счету деньги конвертируются в 200 круизных долларов. И получается, что каждый месяц их количество увеличивается, естественно. Вот в ноябре будет 400, в декабре будет уже 600, потом 800. И вот так вот каждый месяц на 200 круизных долларов у нас будет больше. Вот в июне уже 1800, 2000, 2200, и вот в сентябре у нас уже будет 2400 накопленных именно круизных долларов. Круизные доллары на этой строчке, так? Все мы знаем, что в первый год членства в круизном клубе мы можем использовать только 60 накопленных круизных долларов. Это именно условия для круизеров в нашем клубе. Про партнерскую программу сейчас я речи не веду. То есть первый год мы используем 60% накопленных средств. И вот снизу я напишу, сколько же у нас будет накопленных средств каждый месяц. Да?
600, вот в марте 720 840, 960, немножко в сторонке, чтобы было понятно. Так, 1080, 1200, 1320, 1440. То есть понятно, что мы в первый год сможем использовать 1440 круизных долларов. Остальные деньги у нас переносятся на 2000. Точнее, остальные деньги у нас переносятся на следующий наш календарный год. То есть во втором году нашего членства мы сможем использовать уже 70% круизных долларов. Камера немножко шевелится, надеюсь, ничего страшного. Смотрите, значит, если взять такой среднестатистический круиз, он будет примерно стоить, ну, в районе там 700 круизных долларов. Не будем уточнять, на какой промежуток времени это может быть. И на 7 ночей, 8 дней, это за такую стоимость можно поплыть и на 10 ночей, 11 дней, да. Точно так же, и если мы за 700 круизных долларов мы можем поплыть и на 3 дня. То есть все зависит от того, какой мы корабль выбираем, какое направление выбираем. Ну, мы рассмотрим на примере 700 круизных долларов. Вот мы такой вот нашли себе круиз и хотим туда поплыть по этой стоимости. И смотрим, если мы начинаем накапливать в октябре, то в марте у нас уже будет накоплено 700 круизных долларов. В феврале еще не будет хватать 120, да. А в марте уже у нас будет накоплено и доступно 720 круизных долларов. Так как в клубе у нас раннее бронирование, мы можем приобрести круиз в марте месяце или на май месяц. Это до 6 дней, да. Или в июне месяце уже сможем забронировать круиз от 7 дней. То есть мы для того, чтобы нам поплыть или в мае месяце, или в июне, по средней стоимости, да, мы сейчас уже должны начинать накапливать. Если чуть месяц промедления, то мы можем, в принципе, и не успеть поплыть в июне или даже в июле. Потому что, как правило, это уже сезон, и круизы тут стоят дороже. Они могут стоить и 800 круизных, и 900. Вот. Но тоже все зависит от количества дней. А может и хватить. То есть смысл такой, что если вы хотите пораньше поплыть в круиз, то, естественно, нужно раньше вступать в клуб, активировать свой счет круизный, да, и начинать накапливать себе круизные доллары. Друзья, если вы все-таки мечтаете поплыть в круиз, если вы хотите получить премиум отдых уже хотя бы в следующем году, вот, то есть не через 10 лет, не через 20 лет, там, не в старости, а уже в следующем году, то, пожалуйста, активируйтесь, вступайте в клуб и пользуйтесь этими классными возможностями путешествовать. Тут даже если посмотреть по раскладке нашей, да, тут, в принципе, если уже вы вот в октябре месяце вступите, да, то за 360 круизных долларов уже можно себе забронировать круиз до 5 ночей. Но это получится на февраль месяц. То есть у вас в декабре будет доступных 360, и на феврале месяце вы уже сможете поплыть в круиз с 50% скидкой. Я вам сейчас вот этот расклад сделала и показала, сколько времени нужно накапливать для того, чтобы получить именно 50% скидки на все круизы. То, что касается партнерской программы, это немножко будет по-другому, потому что мы можем заработать себе бесплатные круизы. И я тоже в следующий раз попробую расписать вам эту картину в цифрах. Вот, надеюсь, тут
мое видео ясно и понятно. Вы разберетесь. Если будут какие-то вопросы, пишите лично мне, связывайтесь со мной, и я вам все более подробно разъясню и объясню. Спасибо за внимание. Надеюсь, что все было ясно и понятно. И, естественно, вывод только один. Как только вы получаете информацию о таких возможностях, ими нужно пользоваться мгновенно, сразу. Тем более информация проверена, тем более, что с вами связываются специалисты, которые в этой системе, и тем более, что вы быстрее уже сможете воспользоваться 50% скидкой, или даже, может быть, получится у вас поехать в свой запланированный круиз за счет клуба. Поэтому принимайте решение прямо сейчас, регистрируйтесь, активируйтесь. И добро пожаловать в нашу успешную команду предпринимателей-путешественников. До новых встреч! Буду рада и комментариям, и лайкам.